Пьяный водитель протаранил две машины на правом берегу. 34-летний водитель «Тойоты» ехал по улице Павлова в сторону Пионерской правды. Он врезался в «Хонду», а затем уже на встречке влетел в «Солярис». Сотрудники ГИБДД выяснили, что права у любителя пьяной езды недействительны. Теперь ему грозит 15 суток ареста или штраф 30 тысяч рублей. В Енисейске полицейские завели уголовное дело на вымогателей. Они получили доступ к странице 18-летней девушки в одной из социальных сетей. В личных сообщениях была переписка с ее молодым человеком и несколько приватных фотографий. Чтобы личные данные не утекли, она перевела киберхулиганам 63 тысячи рублей. Но шантаж продолжился. Теперь вымогателей ищут полицейские. Жители поселка Тура застряли в Красноярске. Им просто не на чем лететь домой. Ближайший рейс запланирован на 13 сентября. В то же время взрослым скоро выходить на работу, а детям 1 сентября в школу. И такая ситуация, по словам жителей Туры, повторяется каждый год. В прошлый раз «Красавия» отменяла рейсы летом и осенью, так как пассажиров было мало. Роспотребнадзор тогда оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей. В Татышев-парке по просьбе спортсменов и болельщиков установили трибуны на баскетбольных площадках. Они переехали сюда с восточной стороны острова. Там сейчас обустраивается сценический комплекс. Также трибуны появятся на футбольных и волейбольных полях. Сейчас на спортивных площадках идет ремонт. Основная часть работ будет завершена уже в эти выходные. Первая в истории современной России научная миссия запущена к Луне. Этой ночью с космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2-16» с аппаратом «Луна-25». Разгонный блок успешно вышел на околоземную орбиту. Посадка автоматической станции на спутник Земли запланирована на 21 августа. До этого страна отправляла объекты на Луну в 1976 году.